телескопический погрузчик Фаресин FH-745. Самая грузоподъемная модель средней линейки Фаресин FH-745. Компактный размер и высокая грузоподъемность 4500 кг. Отличительная черта погрузчика FH-745 от конкурентов. Широкая унификация комплектующих со всеми машинами средней серии позволили значительно снизить себестоимость машины. Модель FH-745. Грузоподъемность 4500 кг. Грузоподъемность при максимальном подъеме 3000 кг. Грузоподъемность при максимальном вылете стрелы 4,2 метра 1700 кг. Вылет стрелы при максимальной нагрузке 1800 мм. Высота подъема 7-8 метра. Вращение вил 140 градусов. Максимальная скорость 32-40 км в час. Масса 7800 кг. Размеры, длина, ширина и высота 4900 мм, 2320 мм и 2780 мм. Гидравлическая система. Максимальный поток 110 литров в минуту. Максимальное давление защитного клапана рабочего контура 250 бар. Двигатель. Дюц 4-цилиндровый дизельный турбированный. Мощность 102 лошадиные силы или 75 кВт. Охлаждение. Водяное. Кабина. Блуэски. С панорамным лобовым стеклом в соответствии с нормами Oxfobs. Эргономичные регулируемые сиденья с двумя подлокотниками. Управление. Распределитель с ручным управлением. Интегрированный джойстик с четырьмя кнопками для управления электрогидравлической системой. Рулевое управление с гидроусилителем на передние колеса при движении по дорогам, на все колеса при движении в режимах колея в колею или крабовым ходом. Трансмиссия. Полностью автоматическая гидравлическая с электрическим управлением. 4 ведущих управляемых колеса. Передачи. Подвес для переднего и заднего хода. При включении заднего хода работает звуковой сигнал. Мосты. Задний мост подвижный, управляемый. Передний мост жесткий, управляемый. Пропорциональный самоблокирующийся дифференциал переднего моста. Тормозная система. С сервоприводом в комбинации с функцией инчинг. Безопасность устройства, предотвращающее опрокидывание машины, оснащенные блокиратором опасных маневров, световой и звуковой сигнализацией. Радиус разворота с колесами 20 дюймов 3,9 метра. Колеса 20 дюймов. Всем удачи!